Предварительная причина смерти 17-летнего юноши – острая полиорганная недостаточность. Об этом телеканалу сообщила замминистра здравоохранения республики Людмила Вербицкая. Ранее мы сообщали, что следователи начали проверку. Известно, что студент Алданского политехнического техникума обратился в детское отделение больницы с жалобами на боли в области живота. После ухудшения состояния он был переведен в реанимационное отделение, где впоследствии скончался. Следователи изъяли медицинские документы. По данным источника, близкого с семьей, молодой человек придерживался здорового образа жизни, ходил в тренажерный зал и принимал анаболики для наращивания мышечной массы. По сути, все действия, которые были предприняты в отношении его, они вели его по различным диагностическим диагнозам, но вели и лечили в соответствии с той симптоматикой, которая проявлялась. Сегодня есть два рабочих диагноза, которые вынесены на рассмотрение судмедэкспертизы, и они вот находятся в работе. Но, тем не менее, само состояние, само экстренное течение самой болезни больше говорит о каком-либо отравлении.